Казанский федеральный университет 24 апреля посетила делегация Швейцарии во главе с чрезвычайным и полномочным послом Ивом Росси. После традиционной экскурсии по музею истории университета делегацию встретила ректор КФУ Ильшат Гафуров. Деловая встреча началась со знакомства со структурой университета, а также с мировыми рейтингами университета. Казанский университет сотрудничает со многими компаниями, а также университетами Швейцарии, но на данный момент приоритетным является исследование электрической системы нагревания табака с целью определения уровня изменения риска заболеваний, вызываемых курением. Это исследование проводит Казанский федеральный университет совместно с компанией Philip Morris, представитель которой также был участником встречи. Важно отметить, что сам господин посол курит, причем использует именно систему нагревания табака от компании Philip Morris, что продемонстрировал всем участникам встречи. Важный вопрос, который подняли на переговорах, проблема автономии университетов. Олег Кашин, Рустем Садриев, Универньюз.